Ярго, что происходит? Они ломятся сюда. Они меня нашли. Держись там, я уже в пути. Не будь дураком. Это был лишь вопрос времени. Черт. Янки снова в городе. О да, красавица. Вблизи рвет врагов на части, и вся твоя. Кто к нам пожаловал? Мой любимый клиент! Thank you.
Нет еще. Они забрали Ярго.
Юра! Я не могу его тут бросить. Я знаю, где он. Даже не обсуждается. Он наверняка уже заражен. Мы будем на месте уже через несколько часов. Твоя задача — удерживать позицию до моего прибытия. Черт! Орден Красной Звезды. Значит, ты уже в курсе, как эта штука работает. Я же сказал, я просто офицер связи на пенсии. Понятия не имею, как попасть в это хранилище. По мне, так это просто аттракцион для туристов. Я просто за ним наблюдал на мониторах. Но... Не играй со мной. Я знаю, кто ты. Ярго Меньшик. Родился и вырос здесь, в Ласри. Полковник ГРУ. В 87-м году именно ты вел группы сдерживания. Ты единственный, кто знает, как открыть хранилище. Твоя дочь. Она была медсестрой, верно? Она наверняка занималась первыми заболевшими, так? Пока еще никто не понял, что происходит. В Москве быстро поняли, что все серьезно. Я мог бы ее предупредить. Но ты выполнял приказ. Теперь ее уже не вернуть. Но будь я проклят, если я позволю, чтобы это повторилось еще раз. Мезнер — круглый дурак, если он думает, что может контролировать этот кошмар. Видишь? О том и речь. Поэтому нужно, чтобы ты открыл хранилище. Тогда он получит контроль. Так что я тебя еще раз попрошу вежливо, а потом придется сделать тебе больно. Я никогда не стану вам помогать. Никогда не говори никогда, старик. Кто к нам пожаловал? Мой любимый клиент! Отличное качество, не сомневайся.